Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Так, 231 миссия, как всегда. Да ладно, поменялись враги, да быть такого не может. Неужели игру поправили? Так, ладно, допустим. 9-2 уровня. Слушай, ну в принципе, можно попробовать одолеть. Только что это у меня за команда такая? Пламя. Давай. Я попробую, ребят, сыграть именно этой командой. Единственное, что мне не нравится, конечно, вот этот вот плевун. Так, Дармидол. 13 уровня он. Так, ну, допустим. А, шаман же у меня. Шаман это как Гринч, да? У нас. Ёк-макарёк. Не хватило запала, ребят. Что? Какого лешего? Так, секунду. Шаман! Поможешь? Хе-хе-хей! Все, фейл, друзья мои. Давно не играл, все позабыл, но ничего, не беда. Сейчас мы с тобой быстренько все вспомним. Ну, во-первых, мне нужно поменять явно карты. А может быть даже не карты, а колоду, скорее всего, вот эту. Ну, а почему бы нет? Должна зайти вот эта вот колода у нас, да? С ураганчиком все как... А, ураганчик, у нас еще там яд. Ох, сейчас будет... Сейчас, по-моему, будет жестко. Дармидола я этого должен подбить. Так, секунду. Давай, ураган. Сдуваем. А почему... Все нормально. Ну? Ты что там? Погоди. Ребята, а почему? Ты, конечно, меня извини, но я не понял одного юмора. С какого перепуга они не получали урон от яда? Нет, они получали его, но такой маленький. Не катит. Что за фигня? Как меня бесит вот эта вот хрень, которая бежит, блин. И плюется, причем вдаль. Неужели вот из-за этой фигни мы с собой не смогли там прописать? Сейчас проверим. Я сейчас все это проверю. Вот, мы их сдули, да? Я вот ставлю сюда сразу же яд. Ну, допустим. Вот. Давай, родные мои, давай, яриваем. Сейчас, если мы с тобой преимущество возьмем, будет круто. А мы уже взяли его. Все, ребят. Дармидол, пошел ты вон. Так, монетки. Опыт, ну понятно. Дикарочка выпадает нам. Плюс паук. Сарашип. И механик. Ну и мы с тобой приходим на 232-ю миссию. Так. Поменялся противник. Ага, а это все не поменялось. Зашибись. Теперь будет повторяться, да, все, я так понимаю. Так. Ну давай. Фиг ли делать. Надо, ребят, как-то. Блин. Ну серьезно, что ли. Так, опа. Через заморозочку, ребята, нас обманули через заморозочку. Ть. Ну, здесь опять фейл. Вот эту хламуку, если ты не убиваешь ее, все, ребята, начинается сразу крах какой-то. Серьезно тебе говорю. Ну, все, опять эта псина вышла, блин. И нас тут раздавят. Вот такая вот петруха. Ничего не получается. Ладно, надо просто как-то сделать. Как сказать-то? Предугадать, что ли. Видишь, вот эта вот фигня, которая летит. Вот смотри, вот так вот мы делаем. Да она там захиливает, блин, обалдеть как. Там ничего не сделаешь против нее. Причем вот здесь вот она заплевывает сразу же. Нет.
Нифига, ребят. Пламя не получится, да? Что у нас вообще есть? У нас есть... так, погоди. Если я возьму, например, вот эту команду. Ну, просто хотя бы попробовать. Получится, не получится, фиг его знает. У него нет заклинаний, как бы. В принципе, все должно удачно выходить. Вот, видишь, что происходит? О! Так, стоп. Успеем. Нифига этот мелкий какой хлыщ. Он сделал заморозку. Так, давай-ка я тогда лучника призову. Может быть, с помощью лучника что-то получится у нас? Окей. Слушай, а с помощью лучника даже неплохо получается. Я вызываю еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Допустим. Да как вы, ушлюпки мелкие, а, проходите? Давай-ка стрелка возьму. Минус. Минус. Яд сюда разолью. Так сказать, от греха подальше. Вроде как срабатывает, да? Моя тактика есть. Дармидол отдуплился. Так, монетки, опыт, скорпион, С, двойной кинжал и Ван Мстительный. Ну что же, переходим с вами на 233-ю миссию. Так, ну все, ребята, зациклился, короче, у нас опять. Я-то думал, что поменяли, ну, исправили все. Нет, ни шиша не исправили. Как было, так сказать. Ну и что? На тебе, голодранец. Он заморозку, ребят, применил. Мне ничего не сделал здесь, к сожалению. То срабатывает у нас тактика, то не срабатывает. Фиг знает, вроде бы делаешь то же самое, что и делал. И всегда почему-то по-разному. Всегда по-разному. Вот видишь, нифига не получается, ребят. Этот мелкий хлыщ просто бесит меня уже. Сюда не хватает, наверное, пиратки. В эту команду. Или пламя. Наверное, да. Наверное, пиратки. Или же не хватает грома. А может быть, даже и шамана. Или вот этого нашего паренька. Он, кстати, бежит намного быстрее. Потому что больше я не знаю, что тут еще можно поставить против них. Стрелок. Слушай, а если, например, вместо пламени активировать замедляху? Чтобы они просто очень медленно бежали. Как ты думаешь, этот способ может прокатить? Не знаешь, и я не знаю. Так что будем проверять. Но сначала в любом случае все равно стрелок пойдет. Да ё-моё, ну... Заморозка-то, понимаешь? Заморозка свою... Нет, нет, что-то не то, ребят. Что-то не то. Может быть, нам взять грома? Ну, в эту команду взять грома. Вместо вот этого мелкого бегуна. Вместо мелкого бегуна. М? Давай попробуем взять. Или вот так вот. И грома.
Потому что от него толку никакого нету вообще. Вообще ничего не успевает сделать. Но колода у нас сразу же в разы стала дорогая. Так, короче, мы их сдуваем. И что мы их сдуваем? Лечилку, главное, подобьем с тобой, да? Теперь смотри. Активируем это. Активируем яд. Ага. Слушай-ка. Пошло, да? Опа, пираточка-то рулит. Друзья, пираточка-то рулит. Выходи, гром. Давай, наяриваем. Все. Ну, слушай, вот такая тактика, в принципе, тоже имеет смысл быть. Ух ты, денег сколько дали. Шикарно. Надо все это дело приумножить. Так, 234-я миссия. Ну, раз та же самая команда, значит, я буду делать то же самое, что и делал. Вот что я могу сказать. В первую очередь уничтожаем вот эту вот лечку. Потом запускаем с тобой спокойненько ураганчик. Здесь мы их травим. Вот таким вот образом, видишь? Стоп. Да ёпрасте, ну почему ты... Гром, ну... Тьфу ты, блин, не пол... Я не могу понять, почему он не уничтожил этого пса. Он должен был бомбануть его, стрелок. Почему он этого не сделал? Не знаю, ребята, почему он этого не сделал. Он не захотел, понимаешь ли. А тут все да наоборот с точностью получается. Здесь почему-то мы убили вообще не тех, кого должны были. И как тут быть? Опять не то. Слушай, достала вот эта стерва, блин. Меня бесит она уже, вот этот вот кусок, я не знаю, летающего барахла. Просто кусок летающего барахла. По-другому ее не назвать. Давай туда все, к ногтю. Все, отдупляйтесь. У меня уже нет слов просто на это все, а. Тактика, блин, должна работать. Я яд, ребята, наверное, ставлю слишком. Все, я понял, в чем проблема. Да кого ты твою выставил тоже? Ну ты дуралей, а. Ну ты и дуралей, Рэй. Ну бомбани ты хотя бы. Кинь свою бочку. Тьфу ты, блин, придурок детства. Гром, балбесина, а. Может его поменять? Толку никакого. Я не вижу от него сейчас вот толку, вот, ребята, здесь. Вот в этом моменте именно. Вот, опять он то же самое делает. Ту же самую дреновскую ошибку, ребята. Нет. Это звездец просто-напросто, ребят. Я не пойму, команда одна и та же, а почему она все время по-разному? По-разному все время сыграет. Ну как вот это вот можно, ребят, сделать? Объяснить. Как? Я не знаю. Все одно и то же, но... Давай стрелка возьмем. Он хоть и подешевле, он и стреляет, но он... Блин, медлительный, как черный на это, как валенок. Но он стреляет зато дальше, чем гром. Смотри, что получается. Опять не то. Не добили, блин. Вот я сейчас просто психану, сейчас разобью нафиг что-нибудь здесь. Я не знаю. Почему ты не можешь все сделать, как должно быть? Да ёпта, ты не туда ты бомбишь, придурок ты.
Все, у меня сейчас кукуха улетит. У меня сейчас улетит кукуха просто-напросто. Что я тебе могу еще сказать по этому поводу? Да ничего я тебе, блин, не скажу по этому поводу. Это дебилизм какой-то полной категории. Не так, не сяк, да... Трэш. Просто, ребята, трэш. Вот он убивает ее, убивает эту халупу, предположим, он ее уничтожил. Здесь я ставлю яд. Опять он куда угодно бомбит, только не туда, куда надо. Ну, стреляй ты, господи. А еще залп сделаешь? Сделает на том свете. Он сделает залп, но на том свете. Вот как хочет, так и выигрывает здесь. Стрелка, что ли, не брать? Ну, если стрелка не брать, ну это же глуп, привет. А кто убил там? Ёк-макарёк, ты смотри-ка. Ты глянь, что-то пошло, ребят, не так, как надо. Мне хоть кто-нибудь... Давай, погнали. Заморозка, естественно. Минус хлыщ. А здесь что? А здесь опять 25, да? А здесь опять, ребята, фейл. По ходу дела. Светит нам. Да ну. Что опять не то? Что опять не так, а? Ну чего тебе надо еще? Ну, я уже все перепробовал, что можно. Все. И так, и сяк, и нифига. Ну шамана еще только вот осталось, наверное, заюзать, поюзать, я не знаю, что с ним еще тут сделать. Все, больше дальников у меня нету, таких нормальных. Понимаешь? Дальников больше у меня нету. Пиратка, пираткой, в принципе, я не могу воспользоваться, у меня не получается, ребят, ее использовать. Надо как-то просто брать... На опережение, что ли, я не знаю. Еще у него заморозка, блин, видишь. Я-то думал, что у него заклинания здесь не будет. А у него заморозка здесь. Чёртово это. Он убивает не того, кого надо, блин. Шаман тоже фигня полная. Он не может эту химеру уничтожить. Мне нужен тот, кто сможет убить химеру с одного выстрела. Вот кто мне нужен. От него толку. Вот какой толк, скажи мне, от него? От шамана теперь тоже толку нету. Так ведь получается? Так. Стрелок этот не сможет убить. Брать пламя, если только на... Брать пламя. Этот малыш все равно не успеет добежать, верно? Верно. Барт дорого стоит, беспонтовый. Значит, пламя. Пламя и молния. Ну, блин, пламя и молния, ну, пипец. Лучше, блин, не придумаешь. Если только когда вот мы их туда вместе в кучу всех соберем, может быть, после этого попробовать вместо яда пламя заюзать. Как вариант, ребят. А? Откуда у тебя, гаденыш? Откуда у химеры столько здоровья, скажи мне? Откуда у нее столько здоровья, блин? Она второго уровня всего лишь. Второго уровня, ты понимаешь, что? И, блин, что будет с ней, когда она будет, и хрен знает, какого там уровня.
вот смотри. Вот яд. Вот сейчас пламя должно быть. Есть. Но теперь эти говнари бегут. Ну давай ты быстрее, блин, беги. Давай, стреляй. Отравили, отравили, не спорю, ребята, не спорю. Вот. Вот, блин. Вот тебе и вот. Есть. Трэш какой-то. Ну ты прикинь, сколько попыток, сколько всего. Так, монетки, опять же опыт. Что там у нас еще? Выжигатель и паровой человек. Паровой двигатель. 235-я миссия. То же самое. Как мы сделали с тобой, я уже и не помню. Вызывали стрелка, потом что-то там. Ураганчик, через ураганчик пламя, да? Нет, не пламя. Мы делали с тобой здесь яд. После яда мы делали пламя. Да, вот так вот это было. Потом я вызывал танка. Танка, говорю, вызывал. Потом я вызывал, успевал как-то вызвать пиратку. Да, вызывал пиратку и все, ребята. В принципе, отлично. На, гаденыш. Заморозка. Стрелок. Отлично, успел. А вот проблема. Ну ты посмотри, как он там фигачит. Вы сейчас, блин, издеваетесь, что ли, надо мной? Я не понял. А мне химеру-то никак не подбить, ребят. Пламени-то у меня нету. Нет, ребят, это бред. Почему-то сбилось все. Почему-то все сбилось. Пошло не так, как надо. Хотя делал практически все, все как нужно. Все, блин, поэтому. По расписанию, скажем так. Вот, мы их убираем, ставим яд. Здесь пламя. Все, отлично. Дальше я вызвал танка. Танк, ёп, просто выходи. Теперь до пиратки нужно дожить как-то. Так, мелкого хмырёныша подбили. Вот что? Что опять не так? Сейчас он... Ага. Вот сейчас он медика, наверное, вызовет, да? Сейчас он никого уже не успел вызвать. Отлично. Видишь, заморозку все-таки успел засобачить все-таки свою. Скорпион и паук. Так, двигаемся с тобой на 236-ю миссию. Нет, ребят, ну противник один и тот же. Ну это... О, зима! Ребят, в первый раз вижу зиму, если честно. Зимы еще не было. Ну давай, 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 пламя! Есть. Так, танкуля, танкуля. Вот он, видишь, он все по стандарту, ребята, делает. Да, но он должен был убить не того, блин. Вот здесь, друзья мои, фух, чудом просто успели. Он немножко не так пошел делать. Немножечко не так. Сбилась, короче, тактика. Ну, может быть, оно и к лучшему. Есть. Дармидол готов. Немножко по-другому сыграли, но главная победа. Травница, так, охотница, сарашип и механик. Так, и у нас остается, ну, совсем немножко. Команда неизменно остается прежней. Поехали. Я все по своей, ребята, тактике. Ну, а что, смех смехом, а вот приходится вот так вот делать. В плане. По
погоди, это что сейчас было? Скажи-ка мне, почему пламя не убило химеру? А вот объясни мне. Это что, блин, за выкрутасы такие? Такого вообще не должно быть априори. Начнем с этого. Вот, сейчас нормально все прошло. Танк, 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 танк. Вот большущая проблема, то, что он, ребят... Фух. Нормуль. Арбалетчика, арбалетчика убили, отлично. Отлично. Комфортиш, как я говорю обычно, да? Комфортиш, ребята, все. Дармидол. Жует снег, желтый. Так, воинственный вепрь, мясник и металлолом. Так, ну что, у нас 238-я миссия. Я вам скажу, очень, да, ребят, наверное, интересно смотреть одно и то же. Одни, скажем так, и те же тактики. А я тоже, ребят, не виноват в этом. Ух ты! Вот это было что-то новенькое, что-то свеженькое, я бы так сказал. Мы сейчас с тобой очень даже хорошо разыграли, и немножко все даже по-другому вышло. Не так, как обычно. Не так, как обычно. Как бы это мне боком только не вышло. На, гаденыш. Слушай, очень даже великолепно, по-моему, получается. Или не получается великолепно? Да нет, все должно быть четенько. Все зыбаное. Все the best from west. Не, мне вот, вот, вот этого вот не надо. Выдохлась, да, пёся? Выдохлась, а, блин, пёся называется. Так, сдуваем всю эту шушеру и... Нет, 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 нет. Да дуплитесь вы в конце-то концов. Что все пошло как-то через одно место? Давай, 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 родные мои. Да ёб... к макарёк. Давай, выходи, стрелок. Да... но... Ещё пропусти мне этого хмырёныша сюда. Клич. На тебе. Дармидола бомбим, ребята, дармидола. Это враг номер один для меня, дармидол. Все. Живет опять же желтый снег этот дармидол. 65 кристаллов выпало даже, ничего себе. Щедрость-то какая, неслыханная. Так, и у нас 239-я миссия. Все то же самое. Все то же самое, но... не все то же самое именно по победам. Как ты уже, наверное, успел заметить. Так, пламя, пламя, пламя. Есть. Так, эти охламоны, естественно, ребята, идут. Вот он должен был почему-то уничтожить вот этого в первую очередь. Но он почему-то, ребята, задерживается у нас постоянно. Вот опять, и вот опять не то. И вот как вот сейчас вот будет все, ребят, совсем по-другому. Угу. Все абсолютно по-другому. Ну, естественно, заморозка. Ну как же без заморозки-то? Эй, стрелок! Обалдеть. Да химера сдохни, есть. Фью. Ну. Травит же еще гаденыш, а? На тебе. Сопляжуй. Так, сколько он стоит? 8, блин.
Упс. Упс. Проблем, ребята. Блин, у меня огромные проблемы. Ну вот объясни, ну почему? Ну почему не так-то все? Ну что хрен тебя поймешь, как тебе нужно? Но ведь все делалось идеально, и все равно не пробивает. Блин, да потому что он заморозку вонючую свою плешивую применяет. Вот что я тебе скажу. Из-за нее все, блин. Все из-за этой чертовой заморозки. Надо же, надо же. Сработало что-то. Так, пиратка мне сейчас нужна будет обязательно. Давай, пиратка, бомби там, строчи, я не знаю, как пулеметчик Джо. Отлично. На тебе, в лобешник, мелкая сошка. Сейчас, сейчас, сейчас я тут. Вот пускай только высунется кто-нибудь сразу в лоб. Все, ребят, как только я пламя на изготовочку взял, и никто не вышел. Взданули, так скажем. Окей. Так, ну и заключительная 240-я миссия на сегодня. Иначе мои нервы, ребят, просто можно выкинуть будет на помойку. С таким балансом, с такой вот этой вот всей фигней, которую мы с тобой видим, переживаем. В основном переживаю я, блин. Е. Ну вот-вот-вот-вот-вот, начинается. Начинается, ребят, ну. Да давай ты этого танка. Так, 5 энергии, 5 энергии. Пиратка, выходи. Есть. Фью. Вот тебе фью. Ага, хорошо, красиво. Красиво, ребят, красиво. Нет, некрасиво, блин. Ни хрена некрасиво, блин. Да ёпти. Идите вы в задницу. Стрелки. Он же сейчас всех забомбит. Вот так вот, ребята. Просто взял всех и ушатал. Вот так. Ага, захотел чего. Уже готов был там стрелу свою перезарядил, блин. Вот. Вот тебе элементарный. Не, ребят, тут уже вряд ли у меня что-то получится. Тут они как-то вообще все по-другому. Вообще все по-другому. Берем преимущество с тобой. Мы берем преимущество. И потом же его теряем. Понимаешь? Сразу же практически мы его теряем. Как это, блин, черт подери, происходит? Я не пойму до сих пор. Нахрена ты тратишь патрон, блин, на этого говнюка? Вот объясни мне, а? Зачем ты, блин, стреляешь в этого прошивца, когда он там все равно остался, ну, у него ХП даже не осталось. Вот этого я никак не могу допетрить. Что бы вы тут ни делали, никак этого не, вот, не должно быть такого. Ну вот, 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 ребята, эту я уже школу где-то видел. Это уже мы видели с тобой, это все знакомо нафиг. Так, мне нужен, наверное, стрелок. Ага, вот стрелка-то как раз я тогда и брал. Все. Сейчас это химерище побежит сюда к нам. Фух. Стрелки успели все-таки справиться со своей поставленной, так скажем, задачей. Есть. Так, ну он один там вряд ли что сделает. Давай, 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 под дермидолу огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот сделаем. Вот. Вот этой гадости я, друзья мои, не ожидал. Ага, все, пока все нормально, ребят, все хорошо. Что там, блин? Вы опять, блин, за свое, а? Объясни, нахрена ты сейчас взял Рэй? Пш.
Все, ушатают мне стрелка, похудел, да? Нет, подожди, может быть, еще не все потеряно, а? Офигеть, поединочек, блин. Ага, вышло. Вышло, друзья мои, зараза. Вот это вот. Да ты заколебался своей, блин, заморозкой вшивой, блин. Я ничего абсолютно сделать не могу, ребят. Только вот так вот. Так и вот так. Какой я уже... Какой уже раз пытался... Нет. Все тут понятно, ребят. Меня уже бесит. Меня уже это бесит просто-напросто. Не могу, блин. Раздражает. До хрени просто раздражает, понимаешь? Дотянулся до тех пор, пока, блин, мне стрелка не убили. Захотел подпустить их поближе. Подпустил. Называется. Чмухи, а? Ну нахрена вот ты стреляешь? Надо было брать пламя. Я взял, вызвал танка. Это жопа. Просто жопа, ребят, полная. Лучше бы ты убил бы... Нет, хотя не лучше бы. Пламя мне нужно. Мне нужно пламя. Пипец. Убили стрелка. Чем отличается чертов этот дебильный 240 уровень от всех остальных? Я не понимаю. Все то же самое дело. Абсолютно, ребята. Абсолютно все то же самое. Что, блин, в нем не так? Налево. Я уже весь как на иголках. Я уже весь туда-сюда. Ну. Е. Да, е. Это е, но... Так, нужно нам вызывать с тобой кого? Пиратку. После пиратки кого будем... Вот так всегда. Да убейте в этого говнаря, блин. Все, я вызываю две пиратки. Да в кого ты, блин, там строчишь-то, дур... Давай, давай, пожалуйста. Есть. Все, друзья. Я умываю руки. У меня, я просто весь истощен. Истощен от этого уровня. Одинаковый враг, но все время как-то по-разному, непредсказуемо. Так, что мы здесь получаем с тобой? 200 монет. Спасибо большое. Сундук отдай, пожалуйста, мне. Так, 44 монеты, гром, квек, гроза, магическая сфера и последняя карта — это кислота. Можно прокачать. Так, мы открыли с вами 13 главу. Я очень этому рад. А противник? Ну-ка, ну-ка, противника покажи мне. Нет, 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 ребята. Ну нет, ну... Слушайте, напишите мне, пожалуйста, ребят, в комментариях. Неужели у вас так же? Или это только у меня? Я не могу просто понять. Что вот так вот одинаковые противники. Ну это же, ну это же маразм полный, ребят. Просто полный маразм. Я хочу, чтобы разработчики это увидели и исправили как-то вот этот вот дебилизм. Ну почему я все время должен с одним и тем же противником драться?
Да? Ладно, друзья мои, давайте будем на этом сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!